Казахстан теряет сотни миллионов тенге из-за нелегального ввоза зерна из-за рубежа. При этом организаторы этих поставок еще и получают деньги из госбюджета. Сегодня сенатор Андрей Лукин в своем депутатском запросе на имя министра финансов призвал во всем разобраться. По словам депутата, правоохранительные органы уже подтвердили наличие серых схем поставок. Только по предварительным подсчетам ущерб в виде неуплаченного НДС составил 660 миллионов тенге. Разоряющий бюджет многоходовый. Поставка состоит из нескольких этапов. Зерно ввозят в нашу страну по фиктивным документам, а затем продают его за пределы ЕАЭС под видом казахстанского. Это влечет за собой незаконный возврат НДС экспортерам за счет бюджетных денег. Таким образом, налоги не уплачиваются, а зерно бесконтрольно перемещается через границы. По словам сенатора, этому способствует отсутствие системы учета и дальнейшего контроля использования ввозимой из России зерновой продукции. В результате недобросовестные налогоплательщики остаются безнаказанными, в бюджет не поступают налоги, которые возможно было бы направить на финансирование социальных проектов. А причиной такого положения дел является отсутствие системы учета и дальнейшего контроля использования ввозимой из России зерновой продукции.